Добрый день. Продолжаем прогуливаться по набережной Батуми. Очень красивый вид. Гостиница. И еще какое-то здание строят. Аллея шикарная. Это маленький зоопарк. Ага. Павлин вот. Вон показывается. Вот свой, смотрите, говорит, завидуйте. У вас таких нету. А зачем он распускает хвост? Не улетает, да, смотри, вот эти крылья, наверное, подрезаны. Или ему хвост мешает. Какой хвост? Хвост распустил, ходит. Он тоже хвост поднимает. Вон, а, вон, да, вон там еще. О, вот еще один. Ух ты, какой красавчик. Воу. Летний театр. Тут теннис настольный можно поиграть. Шахматы играют. У этого здания колесо обозрения прямо в самом здании. Вот этот кусочек торчит. Вот это вот надо обойти и посмотреть. Это бамбуковая роща и фонтан. Бамбуковая роща. Фонтан и вот здание за вот этими здания с колесом обозрения. Это что, вот уже бамбук, вот эти растения маленькие. Это и есть бамбук. Да, а вот эти маленькие. Очень красиво. Здание, видимо, гостиница. А, это тут жилые квартиры. И колесо обозрения. Оно не работает, скорее всего. Что это, собор или тоже какое-то здание? Очень красивый парк. Хорошо, вот видно колесо обозрения и башня Алфавит. Вот с шаром наверху. Гостиница Радисон. Горы. У них вид на горы. Горы видно с балкона. Колесо обозрения. На парашюте? Горы. А это безопасно? Не знаем. Вот башня Алфавит. Красивая. Красивое здание с позолоченной крышей. Хочу посмотреть. Там мы поднялись на башню Алфавит. Как круто, красиво.
за 20 только вот эта часть. Это очень Амурал. Вот еще и вот эта башня. Высота башни? Да. Вот этой? Башня Алфавит. Белую, не черную хочешь? А? Вон черная. Маловаты плечи. Ну, с дыркой какая-то. Все руками хапает. С дыркой. А, закрыл. Не знаю, полетели чайки. Потому что море. Поднялись мы на 130 метров. Это мы сюда поднимались. Стоит 20 лари на человека. На ребенка 5. Сейчас идем к скульптуре влюбленных. Видела? Фигурка. Сейчас она не ездит, а вечером ездит и подсвечивается. Да? Да. Видишь, они даже нога и ногой не касаются. Чуть-чуть. Края. А, у него, видишь, нога, у него половина тела полностью. И у нее. Ага, дерево. Красивое. Здесь красиво. Да все красиво. Все красиво, шикарно. Да, жалко, что солнца нет. Катя, приземляйся.
Анфиса, нет. Себе, себе, папе дайте. Ну, ешь. Ешь быстрее. Я мало пролежала. Набережная Батуми. Корабль, пиратский корабль самый прикольный. Там танцуют, пляшут. Часы красивые, как в Праге. Это Европейская площадь, здесь все как в Европе, достопримечательности. Магнолия цветет, такой запах вкусный, приятный. Так, это вот Европейская площадь. И здесь здание, как в Европе. Темно уже. Такие здания интересные, разноцветные. Я попробую. Как называется? Кашлама? Кашлама. Кашлама. О, пельмени. Хинкали. Хинкали это. А, салют.